Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем Shiny Ruby «Биполярность». Достаточно старый альбомчик, да, выходил, который в 24-м году, кстати, ебать старый, да, но я думал, он ему побольше. Мы недавно подписались на этого человека, делающего пиздец самобытную музычку, и вот он нам взял, задонатил свой старый альбом. Респект, спасибо, бро, большое за поддержку, я вижу, что ты в чате, поэтому сейчас посмотрим, что это будет такое, а что... Что вы ржете, блядь, в чате? Короче, в Телеграме, если что, есть ссылка. Никакой ссылки нет. Там список без, блядь, платных заказов. А сам платный заказ можно сделать через Twitch. Ссылка в описании. Там есть донат алерт. Все внимательно можете прочитать, задонатить, как это сделал Shiny Ruby. И давайте посмотрим, что он делал не так давно. В целом, я так смотрю, он пиздец продуктивный. Да, вот за 1.24 год, то, что мы за ним буквально недавно следим, он тут, блядь, вообще... Пиздец дохуящий треков, уже два альбома, блядь, сделал, это пиздец какой-то. Жестко, жестко. У нас есть тизеры, у нас текста очень неудобные, конечно, но ладно, посмотрим, что это вообще такое. Достаточно интересно. В целом, последнее то, что мы слушали эти два трека, это было очень неплохо, и я надеюсь, что, ну, трек, альбом «Биполярность», это будет хорошо. Ну, не просто же так ты его донатил, да? Я думаю, да. Итак, про альбом «Биполярность». Сначала написал за месяц альбом на 20 треков. Потом создал себе церковно-сумеречные мелодии. Магнолия, это ты должен был донатить. Плюс кибер-эмбиент-драмку. В итоге получилось это. Магнолия, это ты должен был донатить. Охуеть. Звук сразу понравился многим своим вайбам, саунд-дизайном и разнообразием битах. Но в целом это звучит пиздец интересно. 20 треков на церковно-сумеречных мелодиях с кибер-эмбиент-драмкой, блять. Охуеть! Релиз лучше слушать в темное время суток, так вы уловите больше звук. Бро, к сожалению, анлак. На обложке изображена моя подруга, которая есть в тизере к одному из треков во время того, как я жил в Таиланде. Бро, я тебе сочувствую. Альбом записан и сведен за 3 дня. Киев за... Так, ну я понял. Короче, ты проживаешь в Таиланде? Ну охуеть. Во время того, как я жил в Таиланде. То есть сейчас не живешь. Unlock, да, тут получается не актуально. Ну ладно. 1.5 года жил, понял. Там же, наверное, насекомых дохуя разных. Короче, давайте... Сейчас вражку приехал в апреле. Понял. Давайте посмотрим на тизеры. У нас их тут 2. Я постараюсь вам как-то вывести. Но, честно, хз, как-то будет. Наверное, я смогу вот так сделать это. Просмотр медиа. Отлично. Отлично. Смотрим. Вам видно? А вот эта женщина, да? Это очень крутой визуал под трек. Сам трек охуенный, и визуал прям нужный. Это топ. И прям охуеть. Ну-ка дальше. Подруга. Подруга, ну вот как будто да. Так, ладно, спасибо большое. Это
Тоже охуенный визуал. Я считаю, что вот в целом, то, как вот поведение ваше, да, это очень круто все под звук подходит. Очень круто, честно. Мне понравились. Ну давай, да, ну давай слушать. Бля, пиздец, ты... Тизеры очень многообещающие. Очень многообещающие. У нас всего сколько треков? 5, ой, 6, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Первый трек, но я тут один. Давайте вот так будем, наверное, лучше включать, чтобы, ну, все норм было. Так, про альбом мы посмотрели. Ну, окей. Ну, окей. Интересно, пиздец, бро. Я думаю, это очень крутой звук. И я надеюсь, что это реально будет так, как я думаю. Кстати, вышло... Ну, через 3 дня посмотрим его. Слушаем. Плохо, но не цепляет. Да, пока что это так. Вот последние синглы были индивидуальные. Ну это, бля, круто. Привет. Звук отличается немножечко, не то что атмосферой, а в целом, чуть-чуть от последних треков и немножечко от того, что мы слышали в тизерах. В тизерах было гораздо индивидуальней и интересней. Но это просто хорошая интруха, качественно сделанная. Опять же, у тебя есть понимание, что требует бит, ты это круто делаешь, но это не цепляющий трек, вот как написал Вайткира. Именно так оно и есть. Это хорошо, это не, это прям, ну, конкретно неплохо. Но это не цепляет меня лично, потому что у тебя есть треки, даже в тизерах, то, что мы слушали, которые цепляют гораздо больше. Но атмосфера забирающая. Это как раз, короче, мы клаустрофобию слушали тогда, это вот источник того звука. Подожди, клаустрофобию, вот эту вы слушали, но она же позже вышла. Или что, или я что-то не понимаю. Ну да, ну вот. Типа она уже на тот момент была готова, или это... Альбом... А, альбом... Все, я понял, я понял, я понял. Я видел, кстати, репост от Шайни Руби. Спасибо, бро, большое. Так у них план, ты видел релиз каждую неделю дроп. Ну да. Круто, круто. Но клаустрофобия немножко все-таки другая. Не знаю. Окей. Давайте дальше. Половина. Это хорошо. Там поймешь дальше, слушая. Я надеюсь. Половина. Feat. Japanese sex. Или Japanese six. Хуй знает. Ну, в любом случае, узнать бы, кто это, было бы неплохо. Вообще, это женщина. Да? Это вот эта женщина? Ну, девушка. Почему женщина, блядь? Почему женщина? Или это кто-то другая? Не знаю, ну, вроде не похоже. Хуй знает. Что?
Вот что они ставят себе, блядь, на Гениус? Я вспомнил еще, что, блядь, Воя 33 ставил. Охуеть просто, невозможно терпеть. Мужлан пишет, он рекурс в чате. А, слушай, это я пародия стала Бао. Понял, слушаю. Как будто это сейчас будет хорошо. А, это вот это, да, из тизера. Да, я человек, но это лишь наполовину. Мысли обгоняют мозг, я лежу под лавиной. Я дарю свой свет, могу удать половину. Сможешь забрать еще, когда я лягу спать могилу. Pain и no stress, raise my mood. Что ты будешь делать, когда меня здесь не будет? Что если абонент для тебя станет недоступен? И не надейся, что тебя утром кто-то разбудит. Что-то пиздец напоминает. Какой-то стоп-бан. Бля, вот это интересный трек. Очень интересный. И разнообразие достаточно. Да, человек, но это лишь наполовину. Мысли обгоняют мозг, я лежу под лавиной. Я дарю свой свет, могу отдать половину. Сможешь забрать еще, когда я лягу спать могилу. Pain in no stress, raise my mood. Что ты будешь делать, когда меня здесь не будет? Что если абонент для тебя станет недоступен? И не надейся, что тебя утром кто-то разбудит. Мне кажется, если бы тут было все-таки, а не здесь, была бы пиздача. Тут не будет. Мут тут не будет. Было бы вообще охуенно. Ну ладно. Это хороший трек. Какой стоп-бан? Ну мне напомнило. Я не знаю, еще раз. Вот эту вот часть. Наливаю капы, чувствую себя живым. Осталось... Вот этот вот... Заливаю в кап... Ну, блядь, даже не знаю, не стоп-бан, а что? Что-то пиздец напоминает. Да-да-да, вот это вот как-то вот... Бро... Какая-то вот нежность в голосе вот такая, как у стоп-бана хз. Ну да, такое расслабленное на выдохе. Я не говорю, что байт, но просто похоже. Он просто тоже накуренный писал, я понял. Без проблем. Охуенный трек, мне нравится. Хороший претендент на плейлист фрешменов. Но мы сейчас будем слушать дальше. Это круто. Разнообразие есть. Эффект, погружение. Охуенно. Это круто. И гораздо более самобытный звук, чем предыдущий трек. Мне нравится. Идем дальше. Вечные поиски. Ну, допустим. Ну, допустим. Слушаем. Поеду в Токио, чтоб найти себя.
Ебать, бля, бро, охуенный звук. Мне очень нравится такой звук. Это пиздец, прям погружение ёбнутое. И разнообразие такое. Не знаю, какой трек лучше. Бля, прям, как он был прав? Сейчас. Он был прав, вот этот релиз ночью слушать. Да, прям похуй в темноте. Тоже круто. Маленький ярче сильнее намного. Мне кажется, ярче хоть и переплетается, но у него как будто более спокойный звук. Тут вайбы примерно такие же, но... Если мы берем Underful Underful Elf, там были треки такие как Fire, такие как Призрак, да, Славам, которые вообще на это не похожи. Ярче тоже как бы двигается немножечко. Я с Ярче знаком, я ему визуал делаю еще, ебать. Бля, если вы фитанете, это ебать разъеб. Круто, что ты с ним знаком. Если ты как-то фит добьешься с ним, пиздец круто. У вас прям охуенно получится. Потому что ты тоже понимаешь, как вести себя на этих битах, и ты максимально круто делаешь. Если с Ярче что-то получится, вот даже, вдруг, это пиздец круто. Это прям фит, который мы ждем. Но ему клаустрофобия понравилась. Это хорошо. Но один хуй захочет ли он делать как бы фит тоже, да? Потому что прослушки мы видим. Пока что не блещет. Так что захочет или нет, тоже как бы вопрос. Но я надеюсь, что, блядь, я надеюсь, что Ярче не за феймом, а за респектом и за качеством. Поэтому ему ты должен зайти. Но, конечно, в это верить тоже хуй знает. Ярче пиздатый тип очень. Если вы фитанете, это будет разъеб. А, не знаю, какой трек пиздачи, тяжело сказать. Но мне кажется, вечные поиски, может быть, даже. Поинтереснее он звучит. Вот этот парт. Пока что единственное, что мне не нравится, то, что припевы вообще абсолютно одинаковые. Они большие и одинаковые во всех треках. Это пока что единственное, что мне не нравится. Если бы они отличались, было бы вообще просто нахуй не доебаться. А так да. Кайф. Я очень кайфую с такого звука просто, и все, мне кажется. И ты его делаешь качественно и хорошо. Следующий трек. Многоликий фит Перпли, который в чате у нас, да? Это он? Палпи, блядь. Какой Перпли, нахуй? Палпи. Вот. Скорее всего, как-то так. Слушаем. Перпли, говорит. Для описания не я писал. Сидел я, значит, дрочил дома. Мне пишет Моргенштерн, квадратный соловей. И говорит, go fit. И в эту же секунду пишет Shiny Rubin. И говорит, go на альбом. Ну я и не думая сказал. Морген, иди нахуй, дура квадратная. И все. Так и получился многоликий. Респект. Ебать. Жесткая трушечка. Ебануться. Это респект. Слушаем. На мои седые пальцы, чтобы больше не трогать пилки. Вижу разные цвета моей палитры, только фигу. Она смотрит на меня и точно видит во мне фрику. Вот у эму панки, вам не все это, я многоликий. Не понимает меня, типа маленькая. Сука, типа панька. Я не из тех, кто делает все правильно. Ухо, если я сам себе пишу правила. Маленькая эго, я способен тебя задавить. Меня никто не пилит мозг, я его и по другим. Шей, да, нет себе, да, я исполнил все мечты. Так привык к такому, что вокруг
препараты, чтобы чувствовать любовь. Он себе трек, да, забрал? Говоришь, да я так таю, как сукроп. Даже смерчи не страшны, ведь я с тобой как храбрый волк. Да, знаешь, только что я понял, больше я не один. Пальцы, чтобы больше не трогать белки. Вижу разные цвета, и понюхи только филки. Она смотрит на меня, и точно видит во мне фрика. Готы, эмо, панки, во мне все это, я многоликий. Не понимает меня, типа маленькая. Маленькая. Сука, типа панка. Я не из тех, кто делается правильно. Муха, если я совсем выпущу правильно. Кайф. Заебали сравнивать артистов. Да никто не сравнивает. Просто очевидно, что Shiny Ruby лучше, чем Light Crown. А, так, ладно. Это шутка. Так. Не, просто я не про то, что он забрал трек, типа, выебал. Я про то, что Палпи большинство трека здесь. Он чисто куплет на куплетах. А Shiny Ruby чисто на припеве. Я про это. В целом, они оба хорошо сделали. Я не знаю, кто лучше. Но, наверное, Палпи может быть. Но хуй знает. Я люблю ставить при фите много места для второго артиста. Круто, кстати. А ты в первом фите очень много места ставил. Челу, респект. Я ходячий куплет Shiny Рубин. Окей. Не, хороший трек, охуенный. Чё, Пупи вам как? А, блядь, у него ещё карточка есть? Можно тебя Палпи называть буду? Это сок чисто, знаешь, кайф. У меня ВК, блядь, да, опять сломалось. Охуеть, терпеть невозможно. Наверное, вот тут можно глянуть. У него треков, наверное, нет особо. А, есть, кстати. Ну ладно, хз. Там другая карта ВК. Палпи раздал свега. Бля, там карту у него МБ надо поменять. А, я не знаю, что скажут ребята, будем ли мы следить за ним. Как долго, я не знаю, просто вроде хороший. Вроде круто раздал. И если, ну, еще непонятно какой звук. КЗ можно чисто на испытательный срок взять. Как, забыл, а, Хлоя, у чела ник. Короче, охуенный трек, бля, мне тяжело будет выбирать что-то в плейлист фрешменов. О, как 3 числа тречок. Ну вот, я не знаю, надо у ребят спросить. Ты за всеми в мире хочешь следить? Чем больше, тем лучше. Мы потом будем чистить все равно, те, кто в этом году плохо поработал. Вот. Он музыкальный ФСБшник. Ты вообще ничего успевать не будешь. Почему? Мы все успеваем. Какая разница? Ну, типа, мы будем слушать на один трек фрешмена больше. Все равно для них специальная голосовалка. Какая разница? Мы наоборот. Ты платки по полгода чекаешь. Ну, так платки это одно... А фрешмен это другое. Все равно там не будет, блядь, их дохуище в один день. Даже если будет, брать тогда донаты вообще. Почему? В смысле? Я чё, блядь, к чему здесь вообще это, я не понял. К чему здесь убирание донатов и добавление фрешменов, блядь? Мне понравился, как чел сделал. Можно на испытательный срок взять. Если, ну, типа, вот как мы с Хлоей сделали. Потому что тут всего лишь один парт на треке, поэтому особо много ничего не сказать. Но мне понравилось очень. Если мне страницу его нормальную скинут, мы подпишемся. А, ладно, давайте дальше. Тоже охуенный трек. Ой, блядь. Так. Следующий трек. Я кладу... Все, блядь, все. Пиздец. Я кладу отраву в рот. Охуеть. Thank you.
залетел. Я тебе кину маурекорд спектрала. О, тут палпи есть как раз, кстати. Ну да-да, там вообще кто шарит, это трек огромная ссылка на чеслокальный. Так, это не та, да? Вот та. Ну вот, берем тебя как этого. На испытательный срок. Посмотрим, что ты делаешь. Если нам не понравится, отпишемся. Вот, подписались. Короче, реально, подожди, давайте спросим у самого Шани Руби. Там реально что-то что-то какое-то маурикорд. Да, все, понял. Ускорился, да? Да, тон поднят. Да. Бля, ебать, это настолько незаметный маорикор. Респект, кстати. Охуеть. Че, бля? Охуеть, это плавный маорикор. Я че, блять, в раю? Конечно, это... Афа, тебе все еще смешно с Маори Калуги? Бро, это вечный мем. Как все может быть не смешно? Это, конечно, не настолько плавно. Не настолько плавно, как здесь. Не настолько плавно, как здесь, конечно, но все равно. Да? Охуенно. Совершаю грех, сделал вау с воздуха на блоке, да, бизнесмен. Чтоб я был на спокойном счастье хаузе. Чтоб мне не было больно, я съел пинкаса. Забрали эту леди. Кто-то слышал переход здесь? Кто-то переход услышал? Я вообще не замечаю переходы. А где переходы? Почему настолько плавно? Ладно. Маори Калуга, знакомьтесь. Не, бро, реально, респект. Это пиздец, плавный Маори Кор. Я такого не слышал еще. А он обычно вот именно так и звучит в моих ушах. Вот как сейчас вот было, оно именно так в моих ушах любой ебучий Маори Кор, который я ненавижу, блять. Так и звучит всегда. А тут это плавно. Но, конечно, в целом трек для меня послабее будет.
Рекосавр, это 5 треков моего рекорда слушал. Мне было достаточно, чтобы понять, что это хуйня, а не жанр. Но если он такой бывает, базар делайте вообще без проблем. Я с кайфом. Да, ебать, лавка, пиздец. Следующий трек. Последний, посадил ее. Seven Sky. Посадил ее, чел. Куда посадил? Это уже не важно. Oasis. 2017. Секунду. 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 Одну секунду. Продолжаем. Я не могу, подождите, блядь. Заново, все, я неадекватно. Я неадекватно, подождите, все. Ой, блядь. Бля, сори, если я как-то обижаю. Бля, просто смешная фотка, бро. Реально, крутая. Мне нравится. Это типа дань уважения, если что. Это не оскорбление никак, ни в коем случае. Спасибо большое. Он тоже... Ну все, тогда ладно. Я надеюсь, без обид. Прикольно голосом играет. Посмотрим, как Шайни Рубе залетит. Будто ровный. Бля, вроде прикольный парк, но чё-то не то. Я
дай фотку, можешь? Звук менее индивидуальный, но интересный. В целом, да. Прикольная епишка. Мы 100% добавляем в плейлист Рашменов трек «Многоликий», как хороший трек, не похожий на трек «Половина» и «Вечные поиски», и какой-то из этих двух. Какой вам трек больше понравился? Трек «Половина»? Или трек «Вечные поиски»? Половина самый зафоршенный. Мы можем все три добавить. В чем проблема? Не? Как будто все три спокойно. Я бы «Вечный поиски» не выкупленный самый. Я бы его добавил. Похуй, го все три. Но они все три хороши, и причем. Ну, если. Ну, я, если я не могу определить, какой, то почему нет? В общий, я думаю, никакой, да? Мы будем... Вот в общий трек пока что никакой трек не летит. Я думаю, рано пока что еще. Но это крутой звук, бро, пиздец, индивидуально. Потенциал у тебя бешеный, нахуй. Я верю. Я верю, что это пиздец. Круто, круто, мне очень нравится. Епишку тоже не добавляем, потому что добавили три трека всего. Но это пиздец крутой звук, в котором тебе нужно двигаться. И это реально пиздец круто. Я надеюсь, что... Музыка... А, ну все, нет, карьеры нет. ББ, бля, unlock. Хуёво. Ну не повезло, но unlock. Ну бывает. Ну что, блядь. Тебя, в общем, говнище дохуя, просто это не добавляем. Ну потому что это недостаточно. Я думаю, он может лучше. Есть к чему стремиться. А так это круто. На его уровне пиздец. Так что я верю, что он будет делать лучше еще с трека в трек, поэтому мы ждем 100%. Один из самых индивидуальных артистов в нашем списке, поэтому будем ждать себя. Как мне, блядь, ебучую обложку скопировать? Не могу терпеть. Куда я попал? Кто меня звал? Где я теперь? Невозможно терпеть. Тиндрин самое индивидуальное. Не думаю. Чекнуть там море, эксперимент мягко переходящий. В Астреле? Подожди, чё? Вот тут? Чё? В синглах, а. Чё? Хуйню. Я не понимаю нихуя. Астрал. Там трек «Vive Wanna Die». А когда? Альбик. Я с ума схожу. «Vive Wanna Die». Где вот тут? А, вот астрал, блядь. «Vive Wanna Die». Это Маори, да? Неплохо. Погоди. Вы серьезно хотите сказать, что Маори Кор может быть вот такой? О чем проблема, блять, артисты? У нас никто в России Маори Кор делать не умеет? Или чё, блять? Пусть я только ебан, который мешает это совсем. А почему у нас в России тогда
Маори плюс Джерси плюс Супертрэп. Ну, жестко, жестко. Это интересно, бля, ебать. Бро, да ты охуенный. Пиздец, успехов тебе. Еще Вайтпанк такое делал. Вайтпанк, мне тоже Маори Кору Вайтпанка не понравился. Это был первый Маори Кор трек, который я услышал. Я охуел просто. Бля, я надеюсь, что популярность придет быстро. Я надеюсь, что ты форсишься, да, ну, пытаешься там форсить свои треки. Потому что ты этого заслуживаешь. Твой звук пиздец индивидуальный. Ждем, когда леймики подшарят. А мы уже подшарили. Да, да. На этом все. У Джети Газа. Подожди, нет, как там было? Как, какой оригинал был? Вот этот оригинал? Вроде да. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Afanov Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.